беседам с главным тренером Орловского государственного университета Валерием Анатольевичем Ноздриным. Валерий Анатольевич, ну, я для начала вас поздравляю с набором очков в первом матче возобновленного сезона. Одно очко – это то, на что наиграла сегодня команда или могли выиграть? Не, ну, по такой игре, да, это хорошо, что мы взяли одно очко. Но просто делать такие грубые ошибки в обороне, конечно, они поэтому привели к трем голам, этим пропущенным на наши ворота, не нужно. А то, что ребята молодцы, руки не повесили, до конца, до финального свистка доиграли, дожали команду соперника, который уже поверил в свой успех. Ну, вот они поплатились за это, то, что раньше времени перестали играть в футбол. В оптимальном ли составе приехала в Ростов команда или, может, кого-то не досчитались? Нет, у нас 5 человек не приехало по разным причинам, поэтому не в оптимальном составе. У нас есть люди, которые первокурсники играют, да, то есть впечатление от них нормально, доволенными. Поэтому пускай вливаются, пускай попробуют, что это такое студенческая лига. Следующий матч у нас с командами из Грозного и Смоленска. Сегодня эти команды сыграли между собой в ничью. Будете ли ребятам что-то конкретное говорить? Потому что соперники знакомы, более-менее знаем, как играть с теми и другими. Ну, сперва надо просмотреть команду соперников. Будем просматривать сегодня-завтра. А потом уже завтра на установке уже будем акцентировать сильные и слабые стороны соперника. И от этого отталкиваться. Спасибо.